Агентство по страхованию вкладов возьмет у Центробанка в кредит 20 миллиардов рублей, сообщили сегодня в госкорпорации. Обратиться к регулятору АСВ планирует 8 октября. Средства нужны, чтобы пополнить фонд страхования вкладов. Его размер приближается к 40 миллиардам рублей, пояснили в агентстве. При этом там подчеркнули, что независимо от количества и масштаба страховых случаев, вкладчики получат страховые выплаты в установленный срок и в полном объеме. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, совет директоров АСВ утвердил управленческий лимит в 110 миллиардов рублей, но выбирать его весь госкорпорация не планирует. Потребность в кредите вызвана консолидацией банковской системы. Отзывов лицензии у банков стало больше, поэтому фонд сокращается, пояснил замминистра.